Хук справа, хук слева и коронный удар снизу левой рукой. Артем Рослов знал, что делать на европейском ринге. Хотя и выступлений такого масштаба у него еще не было. Первенство Европы, парень из камня на Оби и десятки соперников. Но победу выбил у соперника из Украины. Чемпион Европы Артем Рослов – боксер по любви. Отец и старший брат тоже занимались этим видом спорта. Так что в 7 лет мальчик уже понимал, на кого хочет равняться. До таких профессиональных успехов Артем дорос самостоятельно. Родители выбор парня уважают, хотя и переживают. Каждый выход на ринг смотрю со слезами. Но это выбор Артема, ему это нравится, поэтому мне приходится только поддерживать его и радоваться за все его достижения. Радость, гордость. Ну, это не передать словами. Эмоции просто переполняют и рады. Так чемпионов и растят. У тренера Игоря Шагова это уже третий по счету победитель Европы. Говорит, туда доходят только самые упорные. Чтобы отобраться на первенство России, нам надо сначала пройти вот эти этапы подготовки первенства края, первенства Сибирского федерального, и потом уже они выступают на первенстве России. Поэтому это не все так просто добраться. Тренировки проходят каждый день и даже выходные дни. В обычной жизни Артем к боксу не прибегает. Уверен, так можно нанести человеку серьезные травмы. Говорит, вопреки стереотипам, бокс – это не только про физическую силу, но и про стойкость, силу воли и характер. Свой характер парень закаляет и тренировками, и вызовами самому себе. Я хочу стать мастером спорта по боксу. Я хочу пока спортсменом побыть, потом уже как пойдет. В сентябре Артем вновь выйдет на ринг в Новосибирске. Вновь начнет дорогу к чемпионству. Возможно, Европы, а может быть и мира. Большая победа лишь раззадорила боксера. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком.